Фурманове, как и во всех крупных городах нашей страны, тоже существуют правонарушения. За выходом из непростой жизненной ситуации граждане обращаются к участковым уполномоченным полиции. Каждый день они своевременно предостерегают от неосторожного шага, дают верный совет и поддерживают добрым словом. Участковый – это мини-начальник полиции в границах веренной территории. Поэтому умений, знаний и навыков у него должно быть великое множество. В нашем районе таких сотрудников 13. Один из них – Андрей Лунев. Ну, работаю я уже не первый год, я работаю около 7 лет. В службу участковых я перешел значительно недавно, вот в течение года работаю. Решил поднять свой статус в службе, подняться немножко и, опять же, лучше с гражданами работать. Мне нравится данная специфика. У меня очень большая сфера именно работы. Я работаю с гражданами семейно-бытового дебоширства. Также проверяю учетников, надзорников, лиц, которые освобождаются, занимаюсь с ними. Также выявляю правонарушения, также работаю по мелким преступлениям. Зона обслуживания – это центр города, от улицы Соцпроезд начинается и продолжается по всему центру до местечка Лопатина. Участковый уполномоченный каждодневно вступает в непосредственный контакт с самыми различными слоями населения. Поэтому его работа требует высокого профессионализма, знания оперативной обстановки на участке, умения использовать не только арсенал полицейских средств и методов, но и психологических навыков. Важно еще быть хорошим специалистом, умеющим объективно оценивать ситуацию и принимать действенные решения. Один из примеров. На улице Тургенева у нас живет семья, не будем называть мы фамилию. Муж часто конфликтует с женой. Были случаи, когда наносил побои, она писала заявление, проводилась проверка по данному факту. Проводилась с ним беседа профилактическая с женой. В последний раз это дошло, соответственно, до суда. Муж привлечен к административной ответственности. Также с ним периодически проводятся просто профилактические беседы. На данный момент у них сейчас улажено все, они живут мирно и спокойно. Рабочий день участкового начинается обыденно. Перед заступлением на службу он смотрит, что у него произошло на административном участке за последние сутки. Экипируется, проходит планерку у руководителя. Затем рассматривает все поступившие обращения граждан, планирует, кого необходимо навестить в первую очередь, и выходит на обход. По словам Андрея Лунева, служба участкового сложная, требующая много сил и времени, как служебного, так и личного, а также разносторонних знаний. Но в то же время она очень разнообразная и интересная. Виктория Семенова, Виталий Сгринько, телеканал Фурманов ТВ.